храм из камня самоцвета, на троне в нем божественно чита Рада Кришна. Однажды вдруг Господь увидел слезинки на щеках супруги, подобно жемчугу они стекали Кришне прямо в руки. О, Рада, чем тебя обидел? Никто не дорог мне, как ты. Весь мир прекраснее не видел твой лик небесной красоты. О, Рада, чем тебя обидел? Никто не дорог мне, как ты. Весь мир прекраснее не видел твой лик небесной красоты. Разлуки. Приснился сон, что скоро ты уйдешь, и на земле, сойдя, воздянув руки, святые имена ты воспоешь. Разлука будет в сердце раны, но мой Господь, прошу, пойми, на землю ты придешь, как Гауранга, чтобы понять секрет моей любви. Будет в сердце раны, но мой Господь, прошу, пойми, на землю ты придешь, как Гауранга, чтобы понять секрет.